Всем привет! Это обзор от интернет-магазина actec.ru, и сегодня у нас на обзоре полицейский фонарь-дубинка PyLite P01 LED на аккумуляторе. Давайте посмотрим, что у него внутри и как он работает. Поехали! Поставляется данный фонарь вот с таким аккумулятором, зарядным устройством, вот таким патронным переходником на батарейке или аккумуляторе типа 3А и зарядным устройством в автомобиль. Давайте включим наш фонарь и посмотрим, как он светит. Фонарь имеет три режима свечения. Это 100% яркость, 30% яркость, режим стробоскопа. А также фонарь имеет функцию зума, что позволяет вам корректировать угол раскрытия луча, что позволяет освещать пространство на 200 метров, ведь яркость у этого фонаря 350 люмен. Выполнен фонарь из анодированного алюминия, достаточно фонарь легкий и не громоздкий, и послужит отличным средством самообороны. Давайте теперь посмотрим, как фонарь светит в темноте. Сразу можно сказать, что фонарь справляется со своей задачей на 100%, будь то это 100% режим, 30% режим или режим стробоскопа. Также корректирую при этом необходимый угол раскрытия вашего луча. Станет не только отличным спутником в темное время суток, но и отличным средством самообороны. Фонарь может использоваться не только в домашних условиях, но и на предприятиях. Очень много наших покупателей, среди которых охранные предприятия, уже приобрели данный фонарь и остались довольны. К сожалению, данный обзор подошел к концу. Покупайте данный фонарь в нашем интернет-магазине actec.ru, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал на YouTube, вступайте в нашу группу ВКонтакте. С вами был Федор, оставайтесь всегда на светлой стороне. Всем пока!